Андрея Соу. Всем привет, вы на канале Андрея Соу. Привет, привет, ребята. Сегодня в нашем городе Hot Wheels добавляется кобра, настоящая змея. И теперь третья добавляется. Будем атаковать ее новыми машинками. Hot Wheels! Самые настоящие гонщики. А набор наш игровой называется «Атака Кобры Сити Робо Бистс». А какие новые машинки? Hot Wheels и атакуем ими нашу зелененькую хищницу, змею, а также покажем два других игровых набора. Кобру с атакой токсичным слаймом и оранжевую змею. Которую атакуют на мосту, мне не терпится вас поколовать. А вот же и наша кобра зеленого цвета, прямо маскируется под цвет травы. А глаза-то какие огненные. А вот же и наши машинки Hot Wheels Porsche 935 под номером 277. Corvette S8R под номером 4. 2018 Bentley Continental GT3 под номером 100. 67 Ford GT40 под номером 1. И 2018 года Honda Civic Type R. Машинки Hot Wheels, гонщики. Ух ты, Porsche 277. А это у нас Corvette. Желтенькая. Бентли темно-зеленая. Красная машинка Форд. И Honda Civic. Попадется новая машинка. Черная машинка. Номер 4 или номер 24? А там карта города Hot Wheels. Карта города Hot Wheels City. Сохрани город от опасных животных. От нашей кобры. Атакуем с удовольствием. С удовольствием их атакуем, эти хищников. А вот же и наши новые машинки. Давай подсоединим запускатель и трамплин. Давай. Какая длинная оранжевая трасса. Ставим трамплин. Так, запускатель подсоедини обязательно. Готово. И змейку нашу подсоедини. Ура! Наши машинки настоящие гонщики. Они обтекаемые. Они развивают супер бешеную скорость. Сейчас мы атакуем эту кобру. А ты знаешь, как плюется кобра ядом? Нет. Она брызгает с передних клыков, тем самым атакуя жертву. Но если змее не угрожает опасность, она не атакует. Открывается пасть и закрывается. Это, наверное, Андрес, когда машинка туда попадает, тогда и пасть закрывается. Да. Задевает этот желтый переключатель, и змея атакуется. Падает. Какой у нее, Андрес, длинный язык. И приступаем атаковать ее. Машинка красная. Ух ты! Наша новая машинка Honda Civic. И
Интересно, интересно, попадется же она в пасть или же все-таки она атакует? Какой интересный аттракцион для машинок прокатиться по такому крутому спуску, по виражу. Андреас, это нужно запрыгнуть на голову кобры и скатиться по горке. Ура! Атаковали змею, аж даже морду она не закрыла со своими клыками. Сильно резко вверх поднимай змею, вот так вот. И атакуем Бентли машинкой темно-зеленой. Атаковать, атаковать и атаковать. По меня не одолеть. И попала машинка в пасть к нашей кобре. Хам-хам-хам. Пожевала маленько своими клыками. Надо спасти машинку Hot Wheels. Да, конечно. Желтая гончая машинка. Это другой маршрут был. Да, другой маршрут. Делай переключатель в другую сторону. Нам же надо машинку спасти. Атакуем! Ура! И машинка вылетела из пасти. Машинка Бентли. А какая машинка спасла ее? Это машинка Корветты, да? Да. Давай же нашу змею поставим на место и будем дальше атаковать. Вот такая вот хищница. Порше 277. Тоже чуть не угодила в пасть. И тоже там оказалась. Съем сейчас все машинки Hot Wheels. Давай же будем ее спасать машинкой из набора черной гончей. Настоящей гончей машинкой. Ух ты! Она не справилась с виражом и вылетела оттуда, да? Она вот так сделала. Спасаем! Здесь нужно рассчитать скорость. А, я поняла. Когда мы атаковали змею, то переключатель переключается, и нам снова его на место нужно поставить. А глаза-то как у нее горят, и язык какой длинный. Понравился тебе этот игровой набор? Атака кобры! Понравился! Я покажу еще наборы с змеей! Со змеей наборы! Это наша оранжевая кобра! Да, это наша оранжевая змея, и она атакует машинки, которые проезжают по мосту! Атакует! Ура! Все машинки атакуют ее. Хам-хам-хам. Покусала змея ее. Хам-хам-хам. А вот же и другая наша змея. Кобра. И тоже с клыками. Стань-я. Желтый ядовитый слайм ставим ей. Голову. Закрой крышку.
И машинка атаковала, вылетела. Черная машинка от набора кобры. Ура, атаковала! О, застряла в этом яде, да? Да. Ну, давай же ждать, когда же она оттуда освободится с этой пасти. Страшно, наверное, ей там внутри. Ничего, ничего, машинка. Ты выпутаешься и освободишься. Она заразится ядом. Яд опасный. Распуталась, ура, ура! Андреас, а ты как думаешь, какая змея из наших трех больше всего похожа на кобру? Вот такая! Да, эта змея больше похожа, потому что у нее капюшон виден. Ты знаешь отличие кобры от других змей? Нет. Вот как раз таки этот капюшон. А зачем он нужен? Кобра развивает этот капюшон, чтобы выглядеть устрашающе. Видите, ребята, как раздувается капюшон у кобры. Мы поиграем с новым игровым набором «Атака трицератопса» от Hot Wheels. Это динозавр плавоядный. Да, он питается растениями. Там такой новый машинки Hot Wheels. Новые машинки Hot Wheels со светящимися колесами. Ничего себе! Да, вот эти интересные машинки. Яркие колесики у них, блестящие. Андреас, у трицератопсов на морде три рога. Один, два, три. Да, а также на шее у них костяной воротник. Вот такой вот интересный воротник. Они защищаются от хищника динозавра. Но они имели огромную массу тела. Так что вряд ли кто-то нападал на них, если только огромные тираннозавры-хищники. Возможно. Так и нам попадется машинка. Да, попадется новая машинка, и откроем новые машинки в этом наборе. Открываем машинки. Открываешь новые машинки. Желтая машинка, гончая. Сине-красная машинка. Черная, какая-то темная машинка. И правда, колесики блестящие. Серебряная. И красная. Вот такие вот машинки. Glow, светящиеся колесики. Серебристая номер 63 и красная. О, как он будет атаковать машинки. Вот это интересно. А как он будет падать? Вот так вот. Сохрани город Hot Wheels City от этих опасных динозавров, трицератопса, стегозавра, а также птеродактиля, который пытается атаковать машинки в аэропорту. Давай же, Андреас, соберем запускатель, трассу и этого огромного трицератопса на серой трассе. Давай! Вот так быстро и легко. Также здесь есть парковка. Парковочные места. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Все машинки поместились. Еще есть свободные места? Нет.
Вот так он поднимается, ничего себе! И так падает. Ну давай же скорее его уже атаковать будем. Давай! О-о-о-о! И вырывается кусок трассы, и падает твоя парковка. Да. Ничего себе! Ставь динозавра на место. Вот так, доклика. И будем атаковать. Кстати, Андреас, запускатель в виде грузовой машинки. Да! Так здесь можно одну машинку запасную поставить. Круто! И она будет наблюдать сверху за всем происходящим. Давай же его поставим на место. Он действительно так стоит или по-другому как-то? Вот так же все-таки он должен стоять. Давай же другой машинкой атаковать. И черная машинка атакует. Ванилая. Ха-ха-ха, не атаковала. Попробуй еще раз ею. И, наверное, с третьего раза. И с третьего не удалось. С четвертого раза он упал и атаковал. А как ты думаешь, машинка наверху испугалась? Думаю, испугалась. Смотри, как на дыбы встала. Вылазь кусок трассы. Ну, поставь его на место и парковку тоже на место поставь. Парковку на место поставь. Вот так. Атакуем другой машинкой. Лапа-то. Конечно, атакуем синей машинкой из набора. Надо сильно атаковать. Кувалок она сделала. В воздухе сальто сделала. Еще раз. Андреас, а ты заметил, как машинки атакуют? Чем больше раз они атакуют, тем трицератопс движется ближе к красной цели. И тогда падает, либо же опрокидывается. Нам надо его опрокинуть. Какой же он мощный, машинкам не удается. Упал. И красная машинка атакует. Первый раз. Второй раз, третий раз, четвертый, пятый, и мы атаковали его. Да, на дыбы поставим его. Трицератопс встает на задние лапы, а передними он атакует, а также открывает свою морду и, наверное, рычит. Вам меня не одолеть! Возьмем машинку с блестящими колесами. Может быть, блестящие колеса у этой машинки ослепят нашего трицератопса, и он упадет. Может. Первая попытка. Вторая попытка. Третья попытка. И... Ура, атаковали с четвертой попытки. Машинку меняем. Трицератопс едет наперед. Становится на задние лапы. И пришла очередь серебристой машинки. Первая попытка. Как же она вылетает? Вторая попытка. Третья попытка. И... С машинка вылетела. И с четвертой попытки все-таки удается машинкам атаковать. Это огромная трицератопса. Опусти-ка его. У него на глазу какая-то царапина. И на туловище тоже. Вот это да. Я еще покажу на голову динозавра. В нашей коллекции есть
набор, где стегозавр захватил парк развлечений. Также птеродактиль, который атакует машинки и не дает попасть на самолетик. Андреас, давай новыми машинками атакуем их. Давай! Атакуем серебристой машинкой. Атаковали. Берем синюю машинку. Вау! Машинка чуть не попала на рога к трицератопсу. Смотри-ка же, она на колесики стала. Атакуем птеродактиля. Серебристая машинка. Ура! Чуть ли не запустили самолет. Возьмем синюю машинку. Ура! И машинка улетела. Кто такие это трицератопс огромный? Да, это трицератопс очень мощный. И рога у него огромные, и воротник. Атакуй динозавра новыми машинками. Атакуй тиранозавра. Динозавр наверху машинки заезжает лифт. Серебристая машинка и синяя. С помощью рукоятки машинки поднимаются наверх на 4-й этаж. Серая машинка атаковала. Вот такие динозавры Hot Wheels. Такие яркие, необычные, интересные. И каждого нужно атаковать. В нашем городе Hot Wheels City появляется вот такой вот опасный тиранозавр. Рекс! Этот тиранозавр Рекс крутится 360 градусов. Он такой зубастый. О, да, такие зубы у него. Попадется новая машинка, которая у него во рту. Кстати, он еще разговаривает. Золотый грузовик – это запускатель. Точно. А также мы атакуем этого зубастика новыми машинками Hot Wheels X-Racers. Вот такой вот зубастый хищник. Сохрани город Hot Wheels City от таких опасных животных, которые атакуют машинки Hot Wheels. Мне не терпится вас поколовать. Зеленая машинка. Машинка карбонатор коричневая, доставка напитков. Синяя машинка с зелеными колесиками. Желтая машинка с голубыми колесиками. И красная машинка. Вот такие вот X-Racers машинки Hot Wheels. Синяя машинка номер 1, желтая машинка номер 2, машинка карбонатор номер 3, красная машинка номер 4 и зеленая машинка номер 5. А вот же и карта города Hot Wheels City. Здесь наш тиранозавр Рекс. Также парковка с атакой акулы. Птеродактиль захватила аэропорт. Горилла захватила парковку. Стегозавр, трицератопс. И вот же, ребята, мы собрали этого тиранозавра Рекса на платформе. И она двигается. А еще, Андреас, там две парковочки у нас для машинок Hot Wheels. Давай же посчитаем, сколько вмещается туда машинок. Давай. Одна машинка, две машинки, три машинки, четыре машинки, пятая машинка,
Шестая машинка. Седьмая машинка. Значит, 7 парковочных мест. Андреас, тут есть синяя кнопочка. О, как он рычит! Нажми, попробуй. Давай же атакуем этого зубастого преступника. Нужно попасть прямо в грудь в эту синюю машинку, и тогда Рекс падает. Атакуем же его! Проглотил твою машинку. Скорее спасай ее! Да, можно двигать запускатель. Ему нужно попасть в грудь. Застряла в зубах и выпала. Упал на твои парковки. Завалился полежать, отдохнуть. Атаковал! А еще есть второй режим. И Рекс двигается вокруг платформы, машет хвостом. Ничего себе, как он двигается! Вот это да! Какая пасть! Можешь атаковать его? Смогу! О, как отпугивает! Ура! Ура! Атаковали! Прям попали в грудь ему! Нажимаю кнопочку и атакую! Привели его в движение! Да, не так-то просто. Прям по зубам ему попал. Удалось. Вам меня не одолеть. Поехали снова атаковать. Ура! Атакуем снова. Попадаем в грудь. Вот это да! Давай спасать машинку! Не удастся машинку спасти! Вот это да! По морде ему! Еще раз! Целься в грудь! Ура! Ура! А машинку-то достань! Ура! Спасли, Ягуар, машинку! Понравился тебе этот игровой набор? Атака тиранозавра Рекса! Понравилось! Андреас, а давай покажем нашего дракона? Давай! А вот же и наш робот-дракон. Вот такой вот он голодный.
Давай еще ребятам покажем. Давай. Поднимаем наверх, закрепляем его до клика. Нажимаем кнопочку и готовь машинку. Не удалось. Машинка карбонатор. Попал по морде, но не удалось завалить его. Атаковал дракона! Ребята, подписывайтесь на наш канал Андрея Шоу, ставьте лайки! Все!